Всем привет! Щучий омут сегодня на своем любимом водоеме. В черте села заплыл в Рогозу на острове. Вот такое место. Ну, посреди водоема Рогоза, короче. Ну, сегодня попытка номер два поймать линя. В принципе, ловить буду, что попадет. Ну, расчет больше, конечно, у меня на линя. Закормил я творогом. Ну, плюс там комбикорм разный, универсальный. В принципе, ничего там такого серьезного, просто универсальный корм. И килограмм творога. С вечера закормил раз, приготовил место. И вот утром, 4 часа утра, выплыл второй закорм. Ну, сейчас, короче, будем пробовать. Все, смотрим, что получится. Подписываемся на канал. Вот он. Ух ты! Не смог я взять. Не знаю, кто это был. Оборвал крючок. Ад, блин, а! Или карпик. Или хороший линь затащил. Не смог я его остановить. Сейчас будем перевязываться. 100% был хороший линь. В районе килограмма, наверное, по ощущениям. Но остановить я его не мог. Или удочки сюда надо жестче. Короче, порвал он меня. Опа, блин. Нифига себе. Придурок. Я уже обрадовался, думал, наконец-то линь. Тихо. Такой. Полкилошный окунь, законно полкилограмма. Бля, одни окуня, короче. Что за рыбалочка такая окуневая. Такой окунь нам не нужен. Вот он линь. Вот наша работочка наконец-то. Хай морится. Слава богу. Все сработало, как мы хотели. И вот то первый тоже был линь. Но он был побольше. Это где-то полкилограмма. Тот был побольше, раз затянул меня в траву. Хороший линь этот. Может, даже грамм 700. Под лодку нельзя, братан. Тут колья. Морись. Как вы помните, я подхватом рыбу не беру.
сильная рыба. Да снасть у меня тоже такая. Немощные удочки. До 30 грамм тестом. Сейчас воздухом их опанем. Вот так. Все, и потихонечку иди сюда. Залеску брать нельзя, как вы знаете. Все, 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 братан. Все. Успокаивайся. Вот такой. 700 грамм линь. Окунь опять. Такой 150 грамм окунь. Задрачивает тоже. Окунь у меня сегодня. Ну, этого, наверное, я засолю. Такой окунек 150-граммовый. Линь по-любому ушел, шуганулся. Ну, сейчас он подойдет. Ой-ой-ой, что-то опять неплохое. Окунь опять. Хороший окунь. 300-400 грамм. Короче, сегодня окуня преподают тоже неплохо. Иди сюда. Вот такой вот. 300 грамм окунь. Ну, червяк, да, червяк. Это такая наживка универсальная. На червяка клюет вся речная рыба. Да как так само, как и морская. У нас морской рыбалки нету. Если не считать Кураховское море. Там работаю в пожарке. Открылся новый магазин рыбацкий, я ним пользуюсь. Ну вот, если вы гость Курахова или местный житель, вы знаете, где автостанция. Даже если гость, вы поймете, где автостанция, там все ее знают. Вот спускаться вниз, как говорится, к этому же Кураховскому морю, это водохранилище. Оно работает в роли радиатора для ТЭСа, теплоэлектростанции. Охлаждает. И в этом водохранилище много рыбы. Но местные, конечно, это знают, ну, может, какие-то гости. Вот как спускаться к этому водохранилищу от автостанции. Открылся магазин рыбацкий, неплохой. Я там часто скупляюсь. Ну и вам советую. Ну, вот пожарка. Идете вниз к реке, ну, к водоему от автостанции. С левой стороны пожарка. И прямо напротив пожарки, напротив входных дверей. Вот рыболовный магазин. Фанатик, вот надписи. Крайний магазин. Там есть еще один, а это крайний. Вот он в ряду последних, кто открылся. Новый магазин неплохой. Вот тут, как видите, очень большой выбор силикона. Недорогой силикон. Воблера. Тоже разнообразный выбор и тоже недорогие, как бы бюджетные воблера по 100, по 120 гривен. Ну вот посмотрите, что тут еще есть. Если есть желание, приходите, приезжайте, кто не местный, скупляйтесь. Я сам с Новоселовки, Курахово от Новоселовки находится в 40 километрах. Так что... Ну, скупляюсь, в принципе, я и у себя, и в Новоселовке, но в Новоселовке выбор, как бы, как сказать, маловатый. Есть один магазинчик, но он не специализируется именно по рыбалке. Там можно кое-что купить, кое-что заказать.
Тут это опять нервы мотает. Густерка, густерка. Серьезная рыба. Сегодня густерку я еще не ловил. Вот это что-то получше. Ой, сошло. Это уже было похоже на линя опять. Зараза. Короче, заходим в этот магазин, скупляемся. Выбор большой. Вы увидите сейчас на экране. Есть все. Цены демократичные. Продавец отличный. Компетентен в этом вопросе. Может посоветовать. По Кураховскому водоему он вообще в курсе дел. Кто где и нашел, ловит. Так что заходите, скупляйтесь. Спрашивайте у него, где на что и как ловить. Именно по Курахову водохранилищу. Ну такая, как бы можно сказать, была рекламка. Линок небольшой, линчик. Ну, там у меня сходил такой. Примерно такой же. И взял. Грамм 200. Как тебя взять, чтобы ты... Тихо, тихо. Скользкий. Крупного за жабру легко взять. А мелкого пока в жабру пойдешь. Ну такой 200 грамм. Линочек. Я заплыл в камыши, вообще это водоем карповый. Ну, щучку тут подлавливают. Но в основном тут карп. Карп лобатый. Ну, лобатого не ловят, карпа ловят. Ну, карпа в камышах здесь редко находят. Поэтому я и заплыл в камыши. На эти удочки я карпа не возьму. Только 18 лесочка. Вот поклевка, похоже, опять линевая. Я заплыл именно целенаправленно на линя. Тянет камыш, чешук. Непонятно. То точно. Угу. Есть линь. Такой грамм 500. Такой линочек 400-500 граммовый. Есть еще линь хороший. Грамм 700 опять. Короче, четко все я сделал. Сейчас воздуха ему дам. Подхватом, конечно, уже взял, но без подхвата у него есть шанс. С подхватом шанса у него не было. Вот такой. Шестисотграммовый линь.
мой мальчик. Давай, иди сюда. Короче, на одну удочку я ловлю, потому что вторая только мешает. Так, чтоб ее тут... Давай, морись. Такой грамм. 500 опять. Ну, хорошие, стандартные линочки. Линки можно, линок, лини. Чтобы правильно его называть. Линок — это хищная рыба, как вы знаете. Обитает в северных реках. Ну вот, вышел линь. Все, плотва перестала брать. И как вы видите, беру я линя за рот. Отлично получается. Смотрите только, где крючок. Вот так вот. Большой пальчик сунули. Все. Из сорта, если вы взяли за рот, он уже никуда не денется. Во-первых, его парализует это движение. Во-вторых, он тогда не такой скользкий. Взяли как сомика за нижнюю губку. И все. Вот такой грамм, 500-600 линь. Вот, короче, 8 часов. Стой. Куда ты? Ух ты, хорошенький. Хорошенький. 8 часов выплыл я в 4:30. И вот до 8 часов. О, этот уже такой, наверное, ну ничего, крупненький. Не знаю, грамм 800, наверное. Воздух отдали. Тут главное, чтобы он не завел под лодочку. Вылаживают как карась. Сразу вроде поклевал, топил. А сейчас вылаживают как карась. Наверное, надо уже закругляться сегодня. Много я уже поймал, уже до десятка. Такой. 700-800 опять. Вот такой линь. О, красавец. Опять что-то пытается выложить, но не может, а он пошел. Угу. И есть еще один. Только закинул, ну буквально прошло минуты две после того, что я взял. Только закинул, вот следующий. Этот вообще хнет хорошо. Ну это, наверное, такой же линь. Вон удочка как отрабатывает, удочка отличная. Все нормально. Да, не дает себя поднять и все. Вроде и не больше того. Может, даже меньше. Такой где-то 0,5 килограмма, может, 600 грамм. А нет. Но все-таки опять такой 700-граммовый. Все, нахопался воздуха. Нет, я, наверное, уже вниз не отпущу. А, понятно, чем сопротивляется. Короче, когда за губу, ему, видать, больно. Он не так сопротивляется. А когда аж туда, в шахту, или там болевых рецепторов нету, ну, очень тяжело вытаскивать. Уже второго или третьего я тяну. Вот так аккуратненько. Оп. Да, такой 0,5 килограмма. Такой. Но с трудом, очень с трудом вытащил. И еще с большим трудом, наверное, буду вытаскивать с него крючок. Открывай ротик, показывай, что там у тебя. На этом все, щучий омут. Буду прощаться. Ах ты, сошел опять, ах. Ну ладно уже. Буду прощаться. В принципе, я все хотел, что хотел, я то показал.
Линя мы нашли, линя мы взяли, десяток точно там взяли, такие лени хорошие. Грамм по 700, по 800, я потом на берег выплыву, я вам сниму их, покажу. Щучий омут, подписываемся, покупаем творог, едем на рыбалку, залазим в камыши, в любые. Делаем мистяки, ловим. Все, смотрите, спасибо, что со мной.